Досрочные выборы в Шойне. Уже в это воскресенье в муниципальном образовании состоятся выборы главы и депутатов сельсовета. Отчитаться о доходах до 2 мая. До окончания декларационной кампании в Ненецком округе остается чуть больше месяца. Идешь за молоком, не забудь взять соцкарту. С завтрашнего дня право на бесплатное детское питание будет только у владельцев соцкарт. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нежалова. Досрочные выборы главы и депутатов сельского совета состоятся в Шоинском сельсовете уже в это воскресенье. На должность руководителя муниципалитета зарегистрировано 6 претендентов. Из них одну кандидатуру, Татьяну Полидоускену, выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия». Остальные идут на выборы в порядке самовыдвижения. На 7 депутатских мандатов претендуют 12 человек, 7 из которых выдвинуты партией, еще 5 кандидатов зарегистрированы самовыдвиженцами. Как сообщает Ненецкий избирком, на этой неделе в помещении муниципальной комиссии началось досрочное голосование для избирателей, которые 2 апреля не смогут прийти на избирательный участок. Таким правом воспользовались пока только 3 жителей поселка. В пятницу и субботу досрочно проголосовать жители Шойны и Кии смогут непосредственно в помещениях участковых избирательных комиссий, отметили в избиркоме. Голосование на выборах начнется в воскресенье в 8 утра и продлится до 20:00. На территории муниципалитета будут работать 2 участковые комиссии. Номер 1 в поселке Шойна и номер 2 в деревне Кия. Помещения проверены полицейскими, которые специально приехали в населенные пункты для контроля за правопорядком в день голосования. Количество зарегистрированных избирателей на территории муниципального образования составляет 264 человека. В Ненецком округе продолжается декларационная кампания 2017. Это период, когда физические лица, получившие в прошлом году доходы, обязаны самостоятельно предоставить декларацию в налоговый орган. В этом году кампания закончится 2 мая. Самостоятельно предоставлять декларацию обязаны физические лица, которые получили в 2016 году доходы от продажи имущества, к примеру, квартир, домов, дач, земельных участков, транспортных средств и прочего, находящегося в собственности менее 3 лет. Имущество, полученного в дар от человека, не являющимся ближайшим родственником, от предоставления в аренду имущества, от выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и азартных игр. Право для предоставления, да, и обязанность по предоставлению налоговой декларации возникает только у тех физических лиц, которые зарегистрированы в нашем регионе, в нашей инспекции. Да? Налоговый кодекс нам говорит о том, что обязанность предоставления у нас возникает с момента жительства. Гражданский кодекс нам говорит, жительство – это у нас постоянная прописка. То есть все люди на территории зарегистрированного Ненецкого автономного округа декларацию обязаны представить именно в нашу инспекцию. На сегодня из 1050 человек исполнили свою обязанность всего 78. В связи с этим сотрудники ФНС напоминают, что декларацию по НДФЛ необходимо подать не позднее 2 мая 2017 года. Сумму рассчитанного налога уплатить не позднее 15 июля текущего года. В случае непредставления декларации и неуплаты налога в срок предусмотрено наказание в виде штрафа. Так, за непредоставление декларации в срок он составит 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей. Размер штрафа за неуплату НДФЛ будет равен 20% от суммы неуплаченного налога. Для удобства граждан налоговая инспекция в апреле продлила режим работы с 9 утра до 20 часов вечера. Также декларацию можно отправить и в автоматическом режиме через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Реквизиты для уплаты налога вы можете уточнить в налоговой инспекции на сайте ФНС России, а также сформировать платежный документ, воспользовавшись сервисом «Уплата налогов физических лиц». На комплексное благоустройство Наринмара, создание благоприятной и комфортной среды в текущем году предусмотрен 131 миллион рублей, сообщает пресс-служба администрации города. Порядка 46 миллионов рублей выделено на капремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог. Второе по затратам направление – уборка территории. На его реализацию запланированы 26,5 миллионов. Чуть более 18 миллионов рублей предусмотрено на организацию освещения улиц. Все мероприятия в рамках муниципального задания выполняет «Чистый город». Предприятие также занимается организацией содержания мест захоронений, ритуальными услугами, содержаниями 45 детских игровых площадок, пожарных водоемов, благоустройством и озеленением, устройством зон отдыха и спорта, сносом ветхих и аварийных сооружений.
Более 1000 семей оформили социальную карту через МФЦ. Это практически все получатели пилотной окружной соцуслуги, реализованной в электронном формате. С 1 апреля право на бесплатное детское питание будет только у владельцев соцкарт. Пока льгота действует только для семей, проживающих в Наринмаре и поселке Искателей. В сельских поселениях порядок получения детского питания остается прежним. Социальную карту необходимо предъявлять в аптеках Ненецкой фармации и магазинах ООО «Вита» в местах выдачи детского питания. В перспективе, согласно поручению губернатора, на карту планируется перевести все окружные меры соцподдержки. Процесс перехода будет осуществляться поэтапно. Позднее с помощью карты будет осуществляться проезд в общественном автотранспорте для льготников. Также планируется предоставлять по карте компенсацию расходов на зубопротезирование и ежемесячную компенсационную выплату пенсионерам. Таким образом, жителей НАО освободят от постоянной необходимости подтверждать право на социальную помощь дополнительными справками и документами. Проект позволит реализовать принцип адресности предоставления социальной поддержки жителям региона. Кроме того, карта поможет вести точный учет льготников и услуг, которые ими востребованы. Лучшие в профмастерстве. В окружной столице прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по направлениям «Сестринское дело» и «Пожарная безопасность». Они облегчают нам боли, приходят по первому зову. Сегодня в Наринмарском социально-гуманитарном колледже прошел региональный этап Всероссийской профессиональной олимпиады «Сестринское дело в терапии» среди студентов. Колледж вот уже на протяжении 10 лет является кузницей по выпуску младшего медицинского персонала. Сегодняшний конкурс стал непростым испытанием для девушек и показал, насколько будущие медсестры готовы к выполнению врачебной миссии. Вкладываемся под углом 45 градусов на 2/3 длины среза длины вверх. Алина Гловацких, студентка третьего курса по специальности «Сестринское дело», делает инъекцию условному пациенту. Это задание входит во вторую практическую часть этапа конкурса. Впереди девушку ждут еще несколько медицинских испытаний. Правильно измерить давление, рост, вес и пульс больного. Кстати, он, как показывают результаты измерений, находится в состоянии покоя и душевного равновесия. Чего не скажешь о самой будущей медсестре, ведь сегодня у нее волнительный день. Да, было очень сильное волнение, хотя вроде бы ты знаешь, что ты уверен, что ты все знаешь, но все равно волнение было очень сильное. Почему выбрала эту профессию? Изначально я очень хотела стать доктором, но по семейным обстоятельствам у меня это не получилось. И я решила себя попробовать в роли медицинской сестры. И теперь я многому уже научилась и знаю, уверена, что могу пойти дальше. Совершенствовать свое профессиональное мастерство и есть главная цель регионального этапа Всероссийской олимпиады по сестринскому делу. Но для их будущей профессии, для их, скажем, профессионального кредо, это будет очень хорошая вещь – участие в конкурсе. То есть жюри у нас солидное, компетентное. В конкурсе два этапа. Первый этап вы сейчас наблюдали. Это у нас представление или самопрезентация студентов и решение ситуационных задач. То есть этот конкурс у нас разделен на два этапа, и второй этап будет сейчас проходить уже в другой аудитории. Это будет практический этап. Всего в конкурсе показали свои теоретические знания и практические навыки три будущие медсестры. Их оценивали эксперты врачебного сообщества. Одна из них – фельдшер отделения медицинской профилактики Центра здоровья Ирина Шестакова. Все трое, все достойные. Девочки подготовлены, очень что радует. Вообще, конечно, это очень нужное дело. Девочки себя уже могут зарекомендовать, уже, как что называется, засветиться, да, что на них обратили внимание. Они очень старательные, они видно, что они активные в образ жизни ведут, активная позиция у них. Поэтому, конечно, нужны такие, и что это девочки уроженцы. Местные, да, они выросли здесь, учатся, поэтому местные кадры. Будущие местные кадры жюри уже оценило. Но кто стал лучше в сестринском деле, пока тайна. Результаты Всероссийской профессиональной олимпиады будут объявлены на торжественной линейке вместе с результатами другой олимпиады по специальности прикладная информатика после 7 апреля. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север».
Надеть боевку за считанные секунды и потушить условный пожар. Студенты аграрно-экономического техникума, будущие пожарные, сегодня также сражались за победу в региональном этапе Всероссийской олимпиады профмастерства. Наравне с юношами свое мастерство показывали и девчонки. Группа была сформирована 2 года тому назад. Это первый и пока единственный опыт обучения студентов специальности пожарная безопасность на территории Ненецкого округа. Олимпиадные задания студенты выполняли на территории первой пожарно-спасательной части. В эпицентре событий находилась и наша съемочная группа. Раз, два, три. Студентка 2-го курса аграрно-экономического техникума Ирина Филиппова готовится стать пожарным. Сегодня она участвует в региональном этапе Всероссийской олимпиады профмастерства по направлению пожарная безопасность. Одно из практических заданий олимпиады – надеть боевку правильно и при этом уложиться в норматив. С этим испытанием Ирина справилась на отлично, показав лучший результат. Не ожидала, конечно, но тренируемся мы часто. Боевое развертывание тоже часто проводим, потому что нам по специальности это... То, что выйду в лидеры, я вообще никак не ожидала. Характер у Ирины боевой, поэтому и профессию выбирала по душе. Признается, сначала мечтала стать полицейским, но учиться пошла на пожарного. И ни секунды не пожалела. В одной группе с Ириной учатся еще 22 студента, в том числе 3 девушки. Но в олимпиаде профмастерства участвуют не все. Заявлено только 4 команды, по 4 человека в каждой. Накануне участники олимпиады прошли тестирование и выполнили первое практическое задание. Наставник ребят Роман Ляпин результатом своих подопечных доволен. Тестирование провели, ребята очень хорошо решили задачи, рассказали, все полностью объяснили. И сейчас они показывают свое мастерство одевания, боевок было. Конечно, мне очень понравилось, что женская половина у нас дает бой ребятам и очень-очень сильно. У нас есть нормативы, по которым одевается боевая одежда. Нормативы, они уложились все. То бишь на 2 не сделал никто, просто кто-то сделал отлично, а кто-то очень отлично. А вообще нормативы, какое нужно время? Время 19, 21, 23 секунды. Самое позднее это 23 секунды. Впереди у студентов новое испытание – боевое развертывание пожарных рукавов. После напутственных слов наставника ребята отправляются к пожарной машине и ждут сигнала. Начали! Боевое развертывание является кульминацией всех видов подготовки. Здесь отрабатываются различные элементы – прокладки рукавной линии, установки лафетного ствола, который способен подавать 20 литров воды в секунду. Действовать ребятам надо быстро и слаженно, при этом не допускать ошибок. Сложность испытанию добавляет и разыгравшаяся метель. Сильный ветер и снег закрывают обзор, но для настоящих пожарных это не помеха. Ведь в реальной жизни им приходится справляться с огнем при любой погоде. Преодолевать трудности вопреки погодным условиям студентам предстоит и в будущем. Впереди у них еще 2 года учебы в НАЭД, после окончания которого они смогут устроиться на работу в первую пожарно-спасательную часть, где сегодня проходит подготовку и обучение. Для того, чтобы прийти к нам и поступить на должность младшего начсостава, скажем, рядового и младшего начсостава, необходимо общее среднее образование. Но они, видите, получают образование по пожарной безопасности. Поэтому, скажем так, при наборе к нам сюда на эти должности, естественно, будет приоритет им отдан. Почему? Потому что они уже, скажем так, в курсе всех моментов наших. Поэтому, естественно, мы будем отдавать приоритет этим ребятам. По итогам сегодняшних испытаний лучший результат показала команда Ирины Филипповой. В награду ребята получили грамоты. Всего в этом году региональный этап олимпиады предусматривает испытания по 5 специальностям среднего профобразования. Заключительными станут испытания по защите в чрезвычайных ситуациях, которые пройдут 12 апреля. Организатором олимпиады в Ненецком округе является региональный центр развития образования. Ирина Нежалова, Антон Водряков, телеканал «Север». Первые в округе. Ненецкая телерадиовещательная компания презентует собственную радиостанцию «Север-ФМ». Такого вы еще не слышали. Ненецкая телерадиовещательная компания готовится к запуску собственной радиостанции «Север-ФМ». На новой частоте вы услышите совершенно иной контент, который принципиально отличается от того, что звучало из ваших радиоприемников раньше. Авторские программы и рубрики, живые радиоэфиры, а главное – море качественной популярной музыки. Север-ФМ.
Привет, это прямой эфир на Север-ФМ. Радио Север-ФМ уже месяц звучит в тестовом режиме. На частоте 103,5 в Нарьян-Маре, на волне 102,0 в населенных пунктах округа. 1 апреля радиостанция переходит в полноформатное вещание и обещает своим слушателям качественно новый контент. Север-ФМ – это совершенно новое радио, абсолютно нового формата, которого еще не было у нас в округе. Во-первых, у нас будет прямой эфир. Это будет непосредственно интерактив с нашими слушателями, потому что у нас будет обратная связь. Это звонки в прямой эфир. Также у нас есть короткий номер наш, на который люди смогут присылать нам сообщения, писать. То есть мы хотим на новом радио быть максимально приближены к нашей аудитории. Те, кто уже настроился на волну Север-ФМ, услышали совершенно иной музыкальный формат, принципиально отличающийся от того, который привыкли слышать на региональной частоте. Север-ФМ – это гармоничный микс русско- и англоязычных исполнителей. Радио наше будет музыкально-информационное, и формат радиостанции Hot IC, то есть это ритмичная, популярная музыка, отчасти очень много хитов. То есть хитовая радиостанция с ритмичной музыкой, и делиться все это будет 50 на 50 – то есть 50% русскоязычной музыки, 50% англоязычной музыки. Также будут присутствовать в часе голдовские хиты, вот это 20-летней давности, 10-летней, то есть которые очень знакомы многим нашим слушателям. Север-ФМ уже звучит в радиоприемниках жителей Нарьян-Мара и еще 16 населенных пунктов округа. Пока в тестовом режиме, что не исключает ошибок. На данном этапе могут случаться сбои. Техническая служба работает над качеством радиовещания. Сейчас мы производим тестовое вещание. Основная задача этого периода – это найти ошибки в тракте. То есть, начиная от эфирной аппаратной, заканчивая передающим центром, мы должны найти слабые места и их исправить. Для того, чтобы в последующем, на многие-многие годы, мы жили без проблем. То есть вот начали вещать уже в хорошем качестве. Появление собственной радиостанции – это большой шаг в развитии ненецкой телерадиокомпании. В отличие от вещания в эфире сетевого партнера «Дорожного радио», которое предполагает врезки радио «Нарьян-Мар-ФМ» в определенные промежутки времени, «Север-ФМ» будет вещать на своей частоте 24 часа в сутки. Что касается радио «Нарьян-Мар-ФМ», то оно сейчас прикрывается на время, пока на 3 месяца. Дальше мы будем смотреть, что с ним делать, потому что содержать 2 радио – это дорогое удовольствие в сегодняшних экономических условиях, поэтому пока не способны. Но я не думаю, что мы потеряем каким-то образом аудиторию, которая слушала «Дорожное радио» на Нарьян-Мар-ФМ, потому что радио «Север-ФМ» будет сформирован определенное время для музыки, для музыкального наполнения, для программного наполнения, именно то, которое слушало в свое время на радио «Дорожное радио» на Нарьян-Мар-ФМ. Поэтому там будут и новые программы, и переформатированные старые программы, которые выходили на «Дорожном радио». Напомнив, полноформатное вещание радио «Север-ФМ» выходит уже 1 апреля. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Его адрес www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.